26 специалистов стали победителями регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «Инженер года 2021». Это не только инженеры или специалисты предприятий, но и представители научных организаций региона. Церемония награждения состоялась в областном министерстве промышленности и торговли. Лауреаты конкурса определяются по версиям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых». Победителей выявляли в номинациях «Атомная энергетика», «Машиностроение», «Авиация и космонавтика», «Горная промышленность и подземное строительство», «Электроэнергетика» и многих других. Сотрудница КАЭС Екатерина Кузьмина предложила технологию обследования оборудования турбинных цехов. Обследование оборудования турбинных цехов или огнезащитного покрытия, например, та работа, которую я также дополнительно подавала, дает возможность эксплуатировать блок на более продолжительный срок. Изначально его срок эксплуатации – это 30 лет. Сейчас мы его продляем, например, до 2046 года. А инженер с КСК Александра Бондарь в течение 4 лет разрабатывала технологию восстановления композиционных материалов на железнодорожных вагонах. Работы предлагает проводить на родном предприятии, где есть соответствующие специалисты. Технология позволяет производить ремонтные работы на подвижном составе во время эксплуатации. То есть не нужно останавливать поезд, не нужно выводить его из эксплуатации, просто в депо производят ремонт и сразу же отправляют обратно на работу. Всего 26 человек получили дипломы, значки, а дамы и букеты цветов в ходе церемонии, прошедшей в региональном министерстве промышленности и торговли. Вручавший заслуженные награды заместитель председателя правительства Тверской области Артем Ажгиревич зачитал лауреатам приветственный адрес губернатора Игоря Рудени. Верхнее Волжье славится богатыми традициями инженерного дела, гордится изобретателями и конструкторами, внесшими весомый вклад в развитие и модернизацию промышленности, формирование научно-технического потенциала нашей страны. Сегодня инженеры Верхнего Волжья традиционно демонстрируют высокую компетентность и умение работать на результат. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Напомним, что конкурс «Инженер года» направлен на выявление и распространение передового опыта и производственных достижений, а также на укрепление имиджа и престижа инженерных профессий. Начиная с 2000 года звание «Профессиональный инженер России» получили 739 специалистов Тверской области. Из них лауреатами стали 298 человек.